Хорошо. Хорошо. А теперь формулу, как женщина убивает. Именно убивает. Сейчас расскажу вам, чтобы хоть красиво закончить, да? Девочки, вот вы все пытаетесь объяснить мужчине, что он не прав и виноват. Так? Логично? Логично. Вы хотите, чтобы ваш мужчина вас ненавидел? Теперь логику. Когда у мужчины, когда у человека, по барабану какого, появляется чувство вины, у него блокируется центр удовольствия и выделяются только гормоны стресса. С этим понятно? И когда я объяснял женщинам, работающим в службе занятости, есть такое, как если вы хотите избавиться от человека, займите ему хорошую сумму денег и не требуйте в отдачу. Он вас возненавидит. Почему? Потому что при виде вас у него будет возникать чувство вины, он вам не отдал. У него срабатывает центр неудовольствия, и он не понимает, почему при виде вас у него портится настроение. В итоге, как у собаки Павлова, он начнет вас избегать. А потом он начнет себя винить за то, что он вас избегает. После этого он начнет вас еще больше бояться и ненавидеть. В принципе, девочки, если вы хотите угробить отношения, начните обвинять мужчину.